Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Как меня слышно? Как меня видно, уважаемые лидеры, консультанты компании Oriflame? Есть ли у нас связь? Есть ли со мной кто-то в вебинарной комнате? Я вижу, что сейчас у нас отображается достаточно небольшое количество посетителей. Пожалуйста, если вы меня слышите, напишите в чат. Татьяна, здравствуйте. Сейчас я проверю, чтобы мы все вместе могли видеть чат. Отлично, Татьяна, Оксана, очень приятно. Надежда ставит свои плюсы. Ну, остальные участники вебинара будут потихонечку, по мере вебинара подключаться, потому что действительно есть такая примета, как все шутят в самарском филиале. Если у Анны, у меня очень интересный, полезный, информационно насыщенный вебинар, значит, обязательно система не выдержит. Вот сейчас у нас произошли небольшие неполадки с сетью. Буквально давайте несколько минут дадим всем подтянуться на этот вебинар. Меня зовут, повторюсь, Анна, я тренер по продукции территории Урал и Поволжье. Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Я хочу с вами чуть поближе познакомиться, тем более, что мы пока ждем всех тех, кто все-таки желает узнать чуть больше о бренде Novate. Напишите, пожалуйста, в чат, как вас зовут, из какого вы города, какой ваш любимый продукт ухода за кожей. Я уверена, он такой есть. И, конечно же, мне очень интересно, что бы вы хотели узнать на этом вебинаре. Может быть, у вас есть какой-то конкретный сейчас запрос, или вам бы хотелось побольше услышать о какой-то конкретной линии бренда Novate, или что-то еще. Пожалуйста, я, кстати, буду очень вам признательна, если вы будете писать в чат. Да, Оксана, абсолютно согласна, было больше людей, все разошлись, но ничего страшного. Почему? Потому что в любом случае я понимаю, что мы все живем в таком достаточно жестком тайминге, у нас много дел, и для тех, кто по каким-то ни по причинам не сможет сегодня участвовать на вебинаре, у нас будет, конечно же, предоставлена запись. Поэтому тоже не переживайте, вы запись также получите. Так, друзья, отвечаем на вопросы. Я немножко сейчас поправлю камеру, чтобы вам лучше было меня видно. Друзья, сейчас мы это сделаем. Сделаем хорошую картинку, сделаем хороший звук. Ну, а тем временем я почитаю чат. Оксана из Нижнего Новгорода, самый любимый, это Novate линия 25+. Наверное, здесь идет речь, конечно же, о True Perfection. Екатеринбург тут. Анна, здравствуйте. Дневной крем Optima для комбинированной кожи. Да, действительно, текстура просто великолепная у этого крема. Но я вам подскажу, теперь у вас есть новый друг и новая возможность попробовать облегченную текстуру одного очень интересного продукта. Друзья, те, кто подключается, здравствуйте. Меня зовут Анна. Я территориальный тренер региона Урала Поволжья. Мы сейчас с вами чуть ближе знакомимся, даем возможность буквально еще одну минуточку маленькую-маленькую подтянуться тем, кто по техническим причинам, к сожалению, потерял с нами связь. Поэтому, пожалуйста, напишите в чат, как вас зовут, из какого вы города, какой ваш любимый продукт ухода за кожей и что бы вы хотели узнать на этом вебинаре. Хорошо? Друзья, давайте активно пишем, знакомимся. Ага, я вижу, появились сообщения в чате. Угу. Так, так, так. Отлично.
О чем часто? Так, Оксана из Набережных Челнов. Часто вам задают вопрос о... Напишите, пожалуйста, о чем. Наталья из Нижнего Тагила написала, что она пользуется серией защиты и осветления. Наталья, о чем бы вам хотелось узнать чуть побольше, может быть? Поможет ли серия Навэч потянуть кожу на веках? Вопрос клиентки 40 лет. Ага, услышала его. Расскажу и более того, приведу конкретные результаты клинических тестирований, которые говорят о том, поможет или нет. И я подскажу, в какой действительно реальной мере ежедневный уход за кожей может влиять на состояние кожи, а что, к сожалению, не подвластно никому и ничему. Угу. Лизия Ижевск, средство по уходу за кожей и коллаген, это, видимо, ваш любимый продукт. Лизия, пожалуйста, пишите, найдите закладочку чат, я очень буду рада видеть ваши сообщения там. Молдова на связи. Ну что же, отлично. Как и обещала, буквально одну минуту у нас заняло знакомство. О себе я уже сказала. Для тех, кто подключился только-только сейчас, еще раз представлюсь. Меня зовут Анна Максимова. Я территориальный тренер по продукции региона Урал и Поволжье. И сегодня мы говорим на одну очень интересную тему. И как вот шутят мои коллеги, что если тема по-настоящему важная, если информация очень ценная, то обязательно техника на моем вебинаре должна вести себя очень странно. Поэтому у нас произошла небольшая заминка, связанная с потерей сети, но сейчас все восстановила, и, пожалуйста, если вдруг какие-то будут проблемы по ходу вебинара возникать, вы мне пишите. По ходу вебинара рекомендуется, желательно, приветствуется задавать сообщения. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, пишите в закладке чат. На что-то я отвечу сразу по ходу встречи. Если вдруг я не отвечаю на какой-то вопрос, это не значит, что я его не вижу. Конечно, я его вижу. Но я отвечу на него в конце этого вебинара. Вся презентация будет вам предоставлена. Запись вебинара будет вам предоставлена также. Вот Лариса Кунц еще пишет, что она пользуется серией Навэч. Иногда крем собирается на веках, что с этим делать, из города Новотроицк. Расскажу. Серия True Perfection, любимая у Эльнары. Как поднять продажи серии Навэч? О, а вот это вот хороший лидерский вопрос. Это уже такой, знаете, запрос... Человек, который не просто пользуется и любит продукцией, но еще и хочет максимально использовать этот бизнес-инструмент для развития своего бизнеса. Ну что ж, бренд Навэч – это по-настоящему эффективное решение для вашей красоты. Цель нашей встречи – это четкое и ясное формирование понимания структуры бренда, умение хорошо ориентироваться в сериях по уходу за кожей, конкретно в бренде Навэч, в сериях бренда Навэч. И, соответственно, когда мы с вами четко хорошо понимаем структуру, мы с вами хорошо ориентируемся в сериях бренда, мы с вами знаем, ну, какие-то фишечки продаж, значит, мы легко можем подобрать эффективный уход за кожей для своего любимого клиента и научить легко подбирать уход за кожей всех консультантов своей структуре. Если вы лидер, да, то эта задача наверняка перед вами тоже стоит. Этим мы сегодня и будем заниматься. Для начала начнем, как говорится, со снов. В компании Oriflame сейчас существует 4 категории средств по уходу за кожей лица, не больше и не меньше. Как их можно, на что их можно разделить, поделить, вы видите. Мы говорим, что у нас есть природный уход, базовый уход, основной уход и интенсивный уход. А вот теперь, внимание, вопрос. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, какая серия относится к природному уходу? Напишите, пожалуйста, какая серия относится, по вашему мнению, к природному уходу? Love Nature, пишет Анна Шиповна. Говорит, Ирина, видимо, имеет в виду серию Love Nature. Эко-бьюти, Анна Анастасия, вы правы. Действительно, природный уход – это у нас серия эко-бьюти. Чем отличается, ну, собственно говоря, природный уход? Дело в том, что в
в этом сегменте ухода за кожей лица от Орифлейм мы предлагаем продукты для комплексного ухода с максимально возможным содержанием натуральных ингредиентов. То есть, если бы у нас сейчас был вебинар, посвященный серии, долго и интересно рассказывал, что в каждом средстве есть минимум два натуральных активных ингредиента, основных, ключевых. И если говорить о сертификации, которая прошла серия Экобьюти, то 95%, минимум 95% в составе средств серии Экобьюти – это натуральные ингредиенты. Остальные 5% – это идентичные натуральным, могут быть, только присутствовать. То есть это максимально натуральная серия, потому что у нас есть сертификат «Экосерт», мы можем это вам гарантировать. Природный уход, серия «Экобьюти». Базовый уход. Базовый уход. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какая серия относится к базовому уходу? Ваше мнение, ваше ощущение. Что же это за базовый уход? Ага. Есть уже идеи. Базовый уход пишет Optimals. Оксана написала по-прежнему шиповник 40+. Вот теперь Love Nature. Анна, вы абсолютно правы. Действительно, базовый уход – это серия Love Nature. Почему мы относим к базовому уходу именно серию Love Nature? Дело в том, что базовый уход предлагает простые в использовании, легкие в понимании средства для женщин. Для тех женщин, которые просто хотят поддерживать текущее состояние своей кожи. Ну, то есть немножко увлажнить, чуть-чуть там как-то успокоить. То есть, в принципе, базовый уход – это для каких девушек? Для тех девушек, которым и так хорошо. Но ничего им не нужно корректировать, никакого супер-пупер эффекта они не ждут от средств. Да? Средства хорошие, но они просто поддерживают текущее состояние кожи не больше и не меньше. Ну и, как вы понимаете, третий к вам вопрос, какие продукты я отнесу к основному уходу компании Орифлейм? Optimals. Оксана в этот раз была первая. Марина, вы тоже абсолютно правы. Ольга пишет в чат. Действительно верно. Основной уход – это серия Optimals. Серия Optimals имеет самый широкий ассортимент в линейке косметических средств. Он обеспечит результат, подтвержденный потребительскими тестами. Как запоминаем? Запоминаем, что если относим к основному уходу, то там еще будут потребительские тесты. Это основной бренд для женщин, который выбирает косметический уход, сочетающий ежедневную защиту кожи и деликатное антивозрастное воздействие. То есть, конечно, в серии Optimals будут и есть антивозрастная линия, которая действует на признаки возрастных изменений, но если вы видите в каталоге цифры, подтверждающие результаты использования этой серии, вы должны понимать, что это, конечно, потребительские тесты. А что такое потребительские тесты? Это когда 50 женщин попробовали, из них 48 сказали, что да, результат есть. Это потребительские тестирования. И, конечно, серия Optimals – это база. Возможно, она подходит тем девушкам, которые не нуждаются в суперинтенсивном уходе, не нуждаются в ярких результатах. Потому что если мы будем с вами говорить о по-настоящему инновационных, революционных, о тех средствах, которыми мы гордимся, я горжусь как эксперт, я думаю, что те, кто попробовали средства этого сегмента, также со мной солидарны, то если я буду говорить о таких средствах, то я, конечно же, буду относить их к сегменту интенсивный уход. Интенсивный уход, друзья, как вы думаете, какие серии входят в интенсивный уход? Угу. Конечно, да, бренд Novage, Анна-Мария, Антонина, Оксана, Татьяна, абсолютно вы правы. Что-то еще, кроме Novage, входит в интенсивный уход? Ваши идеи? Как думаете? Что-то может еще войти, кроме Novage? Time Reversing, Ирина абсолютно права. Угу. Антонина пишет, что замечательная серия «Диамант», да, которая у нас есть «Власть над временем».
все возрастные 40+, все возрастные 40+, но не оптималс. Угу. Все, вы абсолютно правы. Да, в интенсивный уход мы отнесем все эти серии, но прежде всего, конечно же, прежде всего, это будет бренд Novage. Окей, с этим разобрались, понимание есть. Сегодня мы предметно, долго будем говорить конкретно о бренде Novage. Вот посмотрите, пожалуйста, как сейчас этот бренд выглядит. Да, действительно, в него входит серия True Perfection, Ecoagen, Ultimate Lift. В 2017 году бренд Novage войдет в серию Time Reversing. Вы знаете, что сейчас мы продвигаем такой мощный лидерский инструмент в увеличении товарооборота, систему лицом к лидерству. И именно на этих брендах мы делаем основной акцент, приглашая клиентов на сессию по уходу за кожей. Если вдруг не знаете, что это такое, спросите у своего спонсора, спросите у менеджера по продажам своего филиала. Это действительно очень интересный инструмент. На нем я еще в конце, если останется времени, немножко остановлюсь. Интенсивный уход – это твой выбор, так как он дает, во-первых, индивидуальное решение конкретных проблем в процессе старения кожи. Мы знаем, что с определенным возрастом у кожи своя проблема, и ей нужен свой уход. Интенсивный уход – это твой выбор, так как в составе есть запатентованные технологии и экстракты стволовых клеток растений. На сегодняшний момент это самые интенсивные ингредиенты, которые можно включить в состав средств ухода за кожей. То есть природный ингредиент, экстракт стволовых клеток и инновационные технологии, которые характерны для каждой серии своя. Интенсивный уход – это то, что нужно, так как действительно не только предотвращает возрастные изменения, но и устраняет уже появившиеся признаки возрастных изменений, будь то обвисание овала лица, будь то уже сеточку обезвоживания, я не знаю, или пигментацию. Ну и, конечно, интенсивный уход – это всегда предпочтительный выбор, так как он дает целую программу комплексного ухода за кожей. То есть фактически ориентироваться очень легко, не нужно быть 7-5 во лбу и заканчивать какое-то особое, иметь специальное образование, чтобы подобрать себе серию по уходу за кожей. Я вам сегодня обязательно это докажу и об этом расскажу. Нельзя упустить момент создания этой линии, несмотря на то, что мы достаточно часто об этом говорим, но это тот аспект, которым нужно гордиться. Да? Сделаю такую небольшую фабулу, я не знаю, расскажу вам, в принципе, как устроена индустрия красоты. Дело в том, что для того, чтобы, допустим, у меня есть много денег, я хочу производить средства по уходу за кожей. Вот для того, чтобы мне произвести средства по уходу за кожей, мне абсолютно не нужны какие бы то ни было исследовательские центры, мне не нужно иметь собственное производство. Господи, да мне даже нанимать никого на работу не нужно, потому что существует целая лаборатория, которая только занимается тем, что создают на продажу какие-то простенькие или же чуть там сложнее формулы средств по уходу за кожей. То есть в открытой продаже вращаются сотни, я не знаю, этих средств, этих формул средств по уходу за кожей. Абсолютно не обязательно иметь в своем распоряжении лабораторию Оридер и там институт исследования кожи для того, чтобы создать формулу. Можно же просто купить. И второй аспект, абсолютно не обязательно иметь собственное производство и достаточно четко контролировать, внедрять стандарты единого качества, вне зависимости от того, на собственном производстве производятся продукты или же мы заказываем выпуск серии на какой-либо, я не знаю, конвейерной линии какого-либо производства, сертифицировано обязательно по всем стандартам высокого качества, которые контролируются на всех стадиях производства. Опять-таки, это абсолютно не обязательно. Но почему с точки зрения компании Oriflame это обязательно? Почему с точки зрения Oriflame это важно, и мы уделяем такое огромное внимание исследованию?
исследованию кожи как таковой, созданию эффективных формул, клиническим тестированием. Потому что это же очень дорого. Нам, как компании прямых продаж, очень важно, чтобы средства по уходу за кожей были действительно действенные и по-настоящему показывали хороший результат в борьбе с возрастными изменениями. Почему? Потому что знакомя любого человека с продукцией компании, мы прежде всего хотим, чтобы он влюбился в эту продукцию, нашел свою любимую линию, и если ему интересно получать дополнительный доход, если ему интересно развиваться и строить свою карьеру в компании Oriflame, чтобы этот человек остался с нами, и легче всего показывает практика, и эффектнее всего знакомить с компанией Oriflame конкретно через продукты по уходу за кожей интенсивного сегмента бренда на Vage. Это по-настоящему работает, и это очень-очень круто. Но это одна лишь только из причин, почему мы инвестируем такие глобальные деньги в разработку средств, в исследование кожи. Но я посчитала нужным ей поделиться. Конкретно, как создавался бренд Novage? Как же все начиналось? Инновационное исследование старения кожи проводилось под руководством Ива Маренбилля, возглавляющего исследовательский центр Oriflame. Уникальное исследование H-Reflex с заявкой на патент состояло из нескольких этапов. Во-первых, были сделаны фотографии почти 1000 женских лиц, используя приборы для анализа состояния кожи и цвета лица, чтобы создать вот такие стандартные узкоспециальные условия исследования. Далее проанализировали 23 признака старения. Затем каждая фотография была объективно оценена косметологами. Далее эти же фотографии были проанализированы независимой группой экспертов, которые установили приблизительный возраст исследования, участников исследования. В результате специалисты Oriflame смогли сравнить эти результаты с реальным возрастом женщин на фото, выявить основные признаки старения, из-за которых женщина выглядит старше своего возраста. Например, вы наверняка помните, часто фотографии мы это показывали, женщине в 35 лет, по мнению независимых экспертов, можно было дать 45. Таким образом, мы с вами сейчас понимаем, а тогда ученые смогли понять, что с научной точки зрения есть определенный перечень признаков старения, которые делают ее в глазах других людей старше. Все эти признаки старения, они, конечно, вам хорошо известны, потому что волей-неволей мы все с вами немножечко опасаемся их появления, предупреждаем появление этих признаков старения. Но одним из таких вот самых основных признаков это было обвисание, потеря овала лица, характерно для деформационного типа старения. Это было ужесточение носогубных складок, большие такие носогубные галомы. Ну и, конечно, неровный цвет лица, пигментация тоже значительно повышает ваш возраст. Как я уже чуть-чуть коснулась этого аспекта, если бы мы с вами сейчас подвели статистику, то вот ровно 4 из 5 женщин не выглядят на свой возраст. Вот это результаты уникального исследования старения по технологии H-Reflex, патентованной технологии компании Oriflame. Вот полный перечень всех признаков. Это такая стартовая точка для разработки, для создания эффективных формул, которые действуют на тот или иной признак старения. Благодаря этому ученые исследовательского центра Oriflame смогли создать серии, которые локально действуют на тот или иной возрастной признак, который мы видим на своей коже. И более того, мы еще и измерили, насколько эффективно воздействует наша программа ухода за кожей на состояние кожи женщин. То есть если мы
в каталоге сейчас заявляем, что после использования комплексного ухода серии коллаген морщины сократятся до 33%, значит, действительно так. Если мы говорим, что на 70% кожа более упругой станет через 12 недель после использования серии Ultimate Lift, это 100% означает, что мы отвечаем за свои слова, потому что у нас есть подтвержденные научные данные. Подводя мини-резюме, давайте с вами в общем попробуем сказать, чем же уникален сам бренд NovAge, чем он отличается от других линий брендов, которые представлены в других сетевых компаниях, в классе, в сегменте люкс, может быть, в рознице. По вашему мнению, вот мы сейчас так коротко об этом поговорили, в чем уникальность? Что вы услышали, что вы запомнили? Что уникального в бренде NovAge? Напишите, пожалуйста, сейчас, кстати, свои, я ваши вопросы, конечно, тоже вижу, я обещаю ответить на них в конце этой встречи. Если вдруг не успею ответить, то я обязательно дам свою почту, куда вы сможете адресовать этот вопрос. Но есть идеи. В чем уникальность бренда NovAge? В качестве. Под качеством я бы абсолютно с Людмилой согласилась и сказала, что немножечко по-другому, что эффективность бренда NovAge клинически подтверждена. И подтверждена в ходе потребительских тестирований. Клинические и потребительские тестирования доказывают эффективность однозначно. Что у нас еще? Александра пишет, научная основа, да, действительно, бренд NovAge стал результатом уникального инновационного исследования H-Reflex, которое проводилось в течение нескольких лет. Это тоже нас отличает. Угу. Что еще? Тестировался на более чем 1000 женщин, пишет Антонина, да, вот как раз это относится именно к исследованию H-Reflex. Еще что? Ну, давайте я вам немножечко помогу. Уникальность в том, что каждая линия средств NovAge направлена на борьбу с особым признаком старения для достижения наилучших результатов. Это очень такие узкоспециализированные линии, которые дают колоссальный эффект благодаря своему вот такому составу. Ну и четвертый момент, который я бы отметила, что несмотря на то, что в основе серии NovAge лежат действительно серьезные научные исследования и технологии, выбрать подходящую линейку по уходу за кожей очень легко и просто. То есть обычно, я вам скажу, как человек, который постоянно мониторит конкурентный рынок, который может называться экспертом, обычно серии, которые имеют достаточно сравнимый эффект с NovAge, они, конечно, достаточно еще и сложны в применении, и рекомендуется их даже какие-то курсы такие делать под присмотром косметолога и средств ухода. Это достаточно сложно, но у нас все это очень легко подобрать и легко получить результат. Почему, опять-таки, ежедневный уход достаточен для того, чтобы удовлетворить потребности в красоте женщин. Потому что на 80% процесса старения кожи мы можем повлиять, они связаны с влиянием окружающей среды, и только 20% связаны с нашей генетикой. Поэтому это та же история, что у меня кость широкая, когда мы хотим с вами стройнеть, схудеть. Вот здесь та же история. Только 20% связано с нашей генетикой, 80% зависит напрямую от того, как мы с вами относимся к своей красоте. Поэтому мы должны с вами понимать, что NovAge это своего рода ответ тому факту, что мы можем взять свой возраст под контроль, мы его можем контролировать. Это тоже наша фишка и уникальность. Ну и, как вы понимаете, я уже затронула вопрос о том, что подобрать очень легко. Вот вы сейчас видите два вопроса, которые нужно задать, чтобы подобрать серию интенсивного ухода бренда NovAge. Вот, кстати, Яна написала хороший аргумент, что стоимость продукта
это действительно тоже будет преимуществом бренда NovEdge, я с вами соглашусь, потому что альтернативные, аналогичные, схожие продукты обычно в несколько раз дороже. Это тоже наша фишка. И говоря о том, что у нас есть специальная уникальность нанонабора, я поставлю восклицательный знак над стоимостью продукта. Абсолютно согласна. Ну так вот, анкету. Мы сейчас с вами смотрим анкета, которая есть в разделе «Поддержка продаж» на сайте, когда вы заходите под своим логином и паролем. Также на сайте можно пройти чуть более расширенный тест, диагностировав свое состояние кожи. Он в открытом доступе. Для того, чтобы пройти этот тест, вообще пароль не нужен. Нужно зайти только во вкладочку «Уход за кожей», и справа вы найдете тестирование кожи, да, обязательно полазите. Ну, а в разговоре вы можете задать всего два вопроса клиенту. Во-первых, к какой возрастной группе вы себя относите? Это, собственно говоря, тот возраст, который есть у девушки, да, и перечислите, какие из перечисленных проблем вас беспокоят, и что бы вам хотелось себе улучшить? Что бы вам хотелось подправить? То есть можно и в таком формате задать вопрос, что бы вы хотели улучшить свое состояние кожи или каких перечисленных проблем кожи вас беспокоит. Соответственно, в зависимости от ответов мы будем подбирать свою правильную линию по уходу за кожей. Какие ответы какой линии соответствуют обязательно, чуть позже скажу. Но еще пару слов в целом о бренде интенсивного ухода. Вот посмотрите, пожалуйста, на вот такую схему. Она немножечко отличается от того слайда, который я показывала вам ранее. Что здесь не совсем привычно для нас, да? Что может нас заинтересовать именно на этом слайде? Но то, что действительно уход за кожей состоит из четырех этапов. Первый этап – очищение, который включает два продукта, какое-то средство для снятия макияжа и тоник. И два продукта, соответственно, здесь всего четыре в бренде NovEdge, которые относятся к этапу очищения, выведены как бы за скобки. Обратите особое внимание, что несмотря на то, что сейчас в разные наборы под одним кодом введены разные продукты этапа очищения, где-то это будет пенящееся средство, где-то это будет молочко, несмотря на это, любое очищение в бренде NovEdge подходит и сочетается с любой серией этого же бренда, ну и, в принципе, ухода от компании Reflame. Сейчас чуть поподробнее расскажу. Я думаю, что с этим понятно. Вот я даже, знаете, даже так вам покажу. Смотрите, основные продукты у нас окрашены по линии. Вот если я возьму три сыворотки в бренде NovEdge разных серий, вот они будут иметь просто три разных цвета. Да, как еще запомнить? Если я возьму продукт в белой упаковке, серой надписью, да, вот они, два тоника, два тонизирующих средства, которые у нас есть, два очищающих средства, которые у нас есть, они будут в белых флаконах. И это показывает их принадлежность к общей серии. Белые флаконы и серые надписи. О каждом продукте очищения нужно сказать для того, чтобы разобраться, кому что и почему. Первый продукт – это очищающее молочко NovEdge, абсолютно густое, с антивозрастным действием на основе технологии NutriPlus. То есть это очень крутая технология с тремя ухаживающими активными ингредиентами, с натуральными маслами. Очищает и одновременно питает. Очень бережно относится это молочко к кожа в определенном возрасте. Да? Скажите, пожалуйста, молочко у нас, очищающее молочко NovEdge идет в каком наборе? Наборе с какой серии сейчас идет? Да, верно, Ultimate Lift. Ирина, спасибо вам. Вот почему именно там? Дело в том, что в возрасте 40+, кожа уже становится более чувствительной, более тонкой, истончается верхний роговой слой,
И очищение ей нужно очень бережно и неагрессивно. С этой точки зрения лучше всего подходит молочко для снятия макияжа. У меня всегда есть две рекомендации, как использовать это молочко. Или же просто, как обычно, вы берете ватный лист, как мы делаем это на экспертных сессиях, и очищаете по восходящим линиям свою кожу, растворяя макияж. Либо вы берете... Чуть-чуть ополаскиваете лицо с водой, чуть-чуть молочка на ваши ладошки, растворяете макияж на влажной коже с помощью этого молочка. Далее берете спонжа для умывания, также смачиваете, отжимаете и очищаете кожу с помощью молочка и спонжа для умывания. Процедуру можно повторить два раза. Очень здорово для тех клиентов, кому хочется умываться с водой, но... В наборе пока идет только очищающий молочко. Пожалуйста, обратите особое внимание, это очень классное сочетание одновременно эффективного, хорошего очищения, бережного для возраста 40+, для состояния кожи 40+, правильно сказать. И одновременно это хорошее решение для тех девушек, которые любят умываться с водой. Если... Просто нанести молочко, затем умыться с водой тоже можно, но со спонжем очищение будет более тщательное, и если девушка хочет, чтобы кожа была идеально чистая и даже, ну, не до скрипа, но не осталось даже и пленочки от молочка, то тогда это нужно со спонжиками. Хорошо, поехали дальше. В этом же наборе у нас есть замечательный продукт, продукт для этапа очищения, но это тоник, смягчающий тоник Novage, нежный, освежающий, там уже увлажняющая технология Гидро Плюс. Там три активных также ухаживающих компонента, натуральные масла, придают гладкость сияния. Что важно, что уже на этапе тонизирования вы насыщаете кожу влагой. Но я напоминаю, что использование тоника помогает следующему продукту, который вы нанесете на кожу, а это, скорее всего, будет сыворотка, помогает ей проникнуть не только более глубоко, но и также равномерно, то есть за равномерность проникновения в кожу средств основного ухода, этапа основного ухода, отвечает тоник. Ну, как вы понимаете, это тоже очень важно для состояния кожи, равномерный уход по всей площади поверхности лица, вот, даже так скажу. Продукт, который тоже относится к этапу очищения, это очищающий гель Пенка, Foaming Gel Cleanser. Очищающий гель образует очень густую пену, глубоко очищает от макияжа и загрязнений. Но при этом это правильное очищение, это то очищение, которое сохраняет водно-липидный баланс. Сохраняет водно-липидный баланс. Если вы вдруг любите очищать кожу с помощью неспециализированного средства, будь то какое-то мыло, господи, даже косметологи иногда прописывают, специальное мыло замечательно, когда в случае сильного акне, но его нужно использовать буквально очень ограниченный срок времени. Вот если вы используете любое очищение не специализированное для снятия макияжа, вы прибавляете к своему возрасту где-то 5-7 лет, потому что мыло – это щелочий жир способствует образованию морщин. Вот не больше и не меньше. Поэтому нужно специализированное средство, такое как очищающий гель Пенка. Там есть технология гель актив. Именно благодаря вот этой технологии очищение происходит по-настоящему глубоко. Каждая порочка, каждая клеточка очищена, при этом нет ощущения стянутости и кожа в балансе. Как вы понимаете, этот продукт у нас идет в каком наборе? Подсказывайте мне, пожалуйста, в наборе серии. Друзья, очищающий гель Пенка. Вы правы. Да, действительно, в серии «Экологен» можно встретить этот продукт, например, а еще обновляющий тоник там же есть. Почему он называется обновляющим? Обратили внимание, у нас один тоник смягчающий, а другой обновляющий.
Это неспроста. Дело в том, что в обновляющем тонике Брэндона Вейдж есть замечательная технология G-Renew, которая основана на уникальной комбинации гидроксикислот и активных увлажняющих компонентов. Это значит, что день за днем после использования этого тоника кожа потихонечку мягко обновляется. Комплекс гидроксикислот состоит из гликолевой, молочной и салициловой кислоты, нейтрализованной салициловой кислоты. Гликолевая кислота ускоряет процесс обновления клеток, выравнивает тон кожи, устраняет темные пятна. Гиперпигментация у вас есть, вам нужен такой тоник. Плюс, конечно же, влияет на выраженность морщинок. Молочная кислота в комплексе гидроксикислот также ответственна за обновление и обладает хорошей увлажняющей способностью. И третья, нейтрализованная салициловая кислота, также отшелушивает, улучшает регенерацию клеточек, замедляет процессы старения кожи и плюс обеспечивает очень классный эффект повышения уровня фибрилина. Это белок кожи, который образует каркас коллагеновых волокон и коллагена, один из структурных белков кожи, очень важный для вас, если вы хотите кожу упругую, без морщин. Обратите внимание, это обновленный состав, даже средство очищения бренда Novage ни в коем разе нельзя сопоставить с тем, что было раньше, допустим, в той же серии коллаген. Ранее, например, данная комбинация фруктовых кислот присутствовала только в ночном выравнивающем крем-сыворотке «Эколлаген». Вот, и, соответственно, теперь мы можем похвастаться, что даже на этапе очищения тоник обладает таким крутым действием. Тоник заканчивается в два раза быстрее влаги, с чем это связано? Ну, во-первых, с тем, что кожа, видимо, не может напиться, пройдите курсом увлажняющей масочки два раза в неделю. Вы увидите, скорее всего, будет такая закономерность, что тоника вам будет хватать на большее количество раз. Угу. Хорошо. Также, в общем, для всего бренда Novage будет еще один продукт. Здесь вопрос посложнее. Знаете, как бывает, задача со звездочкой. Какой продукт является общим для всего бренда Novage? Его этого продукта сейчас нет на слайде, но вспомните. Этот продукт также фактически не имеет возраста и необходим любой девушке. Особенно этот продукт нужен в жаркое... Отлично, Ирина опередила меня в жаркое солнечное время года. Это защитный крем для лица с SPF 30 Novage. Вот он является общим. И неважно, пользуетесь ли серией True Perfection, Collagen, Ultimate Lift или Time Reversing, защитный крем для лица с SPF 30 вам очень и очень нужен. Вот так он выглядит, я напомню, как это выглядит визуально. SPF-защита у него 30, это достаточно большая SPF-защита. С первыми солнечными лучами необходимо обязательно озаботиться вопросами защиты кожи от солнца. Почему? Потому что фотостарение, влияние солнца на старение кожи крайне велико. По последним научным данным, чрезмерное пребывание под солнцем является не только появлением пигментации, но и является причиной раннего появления морщин, обезвоженности кожи в том числе. А вот правильная организованная защита от ультрафиолета должна как раз все эти негативные воздействия солнца предупредить, что и делает вот такой волшебный крем Novage с SPF 30. Что еще хорошего я о нем могу сказать? Ну, во-первых, у него нежная легкая текстура, которая быстро впитывается, придавая сияние коже. Дело в том, что все средства с высоким SPF обычно имеют очень плотную текстуру. Обусловлено это тем, что солнцезащитные фильтры, которые включаются в состав продукта, они всегда уплотняют и утяжеляют текстуру. Но тут ученые Советского центра Reflens творили что-то невозможное. Средство с достаточно высоким SPF имеет еще и легкую хорошую текстуру.
быстро впитывается, хорошее сияние придает. Можно этот продукт обновлять по мере необходимости в течение дня, использовать как базу под макияж, пожалуйста. И еще одна моя большая любовь, слушайте, пожалуйста, здесь в составе есть гиалуроновая кислота, которая мгновенно разглаживает морщинки, вот буквально мгновенно разглаживает, смягчает, увлажняет. Я очень люблю гиалуроновую кислоту, здесь она есть. Неважно, еще раз повторюсь, какой бренд у вас, какая серия в бренде Novage у вас используется или любой какой-то другой продукт. Вот этот продукт очень и очень вам нужен, если вам важно сохранить молодость своей кожи. Об общих продуктах, которые являются едиными для всех серий бренда Novage, я рассказала. Давайте теперь подходить более предметно к конкретному подбору средств по уходу за кожей. Вот чтобы подобрать необходимый уход, отвечающий индивидуальным потребностям кожи клиента. Когда вы разговариваете с клиентом, клиенту что важно? Чтобы именно ему, с его состоянием кожи этот продукт подошел. Не среднестатистической женщине, да, а конкретно мне, Ане Максимовой, важно, чтобы продукт подошел. А это значит, что у меня нужно спросить, сколько мне лет? Я отвечу, допустим, что мне 20+. Что меня волнует? Я отвечу, что меня волнует только, тусклый цвет кожи. Вот какой-то серый, неживой цвет кожи. Может быть, еще и стянутость небольшая. В этом случае, получив такой ответ, как консультант компании, вы должны порекомендовать мне замечательную, волшебную серию True Perfection. Переходим к серии True Perfection. Еще раз повторюсь, возраст 20+, основной признак, который мы видим, это отсутствие сияния. И очень важно, что когда вы подбираете серию, для вас ведущим аргументом будет признак, тот аспект, который хочет женщина исправить, состояние своей кожи. Это будет главнее, чем то, в какой возрастной группе будет находиться даже девушка. Есть. True Perfection. Что я могу сказать об этой замечательной серии? Во-первых, то, что клинически доказано, эта серия очень эффективно борется с первыми возрастными признаками. Почему? Потому что в составе есть экстракт стволовых клеток ягоды асаи и экстракт персидской шелковой акации. Это очень мощные компоненты, которые не только предупреждают появление возрастных изменений, но и готовы самые первые, самые еще такие тоненькие морщинки, морщинки обезвоживания, например, могут их спокойно убрать. И есть классные результаты, результаты исследований, что при комплексном уходе с помощью средств серии Novage True Perfection ваша кожа станет на 95% более сияющей. При этом первый результат вы увидите мгновенно, потому что в волшебной сыворотке есть комплекс InstaGlow, например, а заявленный эффект, те самые 95%, вы увидите через 2 недели. 50 клинических тестов прошла эта продукция, более 50 даже, я скажу, и мы уверены в эффекте. Напоминаю, что опять-таки клинические тесты показали, что в 7 раз использование набора более эффективно, чем использование отдельного средства. Все. Это тот информационный минимум, который нужно знать и нужно рассказывать клиентам. Причинно-следственная связь, она простая. Вы говорите, эффект, результат, который получит клиент. Какой результат получит клиент? То, что эта серия борется с первыми возрастными признаками, кожа будет более сияющая и увлажненная. И вы говорите, почему? Потому что в составе есть экстракт стволовых клеток ягоды асаи и персидская шелковая акация. Эта серия замечательно подходит для всех типов кожи. Для всех типов кожи. Есть разное понятие сухая и обезвоженная. Сухая кожа – это тип. Сухой тип кожи – это та кожа, которой не хватает липидов, жиров. Обезвоженная кожа – это состояние, это та кожа, которой не хватает влаги, гидро, да, не хватает воды.
Соответственно, жирная кожа очень часто бывает обезвоженная, потому что, например, девушка пользуется активными, агрессивными спиртовыми какими-то тониками. Сухая кожа бывает обезвоженной, нормальная кожа бывает обезвоженной. Если вы летите в самолете и не взяли с собой никакой продукт для увлажнения кожи, выходите из самолета, ваша кожа тоже обезвожена, потому что сухой воздух обезвоживает кожу. То есть это состояние, и в том числе с этим состоянием борется True Perfection, но главная направленность этой серии это борьба с несияющей кожей, борьба с первыми возрастными изменениями. Угу. Хорошо, поговорили о серии True Perfection. Скажите мне, пожалуйста, теперь коротко напишите в чат. Увидела вопрос про менять серию, чуть позже скажу. Напишите, пожалуйста, в чем уникальность Novage True Perfection? Что вам кажется особенным в этой серии? Что для вас уникально? Друзья, что уникально в серии Novage True Perfection? Ваше мнение. Мне оно очень важно. Давайте активизируемся. Подумаем, в чем может быть уникальность этой серии. True Perfection. Практически моментальный эффект. Моментальный эффект. Кожа приобретает свежий вид. А насколько кожа будет более сияющей, красивой? Кто помнит цифру? При комплексном уходе серия Novage True Perfection на 95%, Ирина, спасибо вам, на 95% ваша кожа станет более сияющей. Вот первые признаки, как вы правильно написали, первое впечатление вы получите сразу о том, что кожа выглядит лучше. А вот через 2 недели вы увидите заявленный эффект. Очень рекомендую сфотографировать себя до начала использования линии и в конце. Действительно, результат налицо. Лариса присоединяет. Еще в чем может быть какая-то уникальность, фишка этой линии? Что-то еще, может быть, скажете, у нас есть подтвержденные клинические тесты на 95%, есть классный результат сияния кожи. Что еще можно сказать про серию True Perfection? Состав. Давайте вспомним состав, может быть. То, что мы выбрали 2 самых активных ингредиента, экстракт стволовых клеток ягоды асаи и экстракт персидской шелковой акации. Благодаря этому мы видим крутой эффект предотвращения появления морщин. То есть предотвращается появление морщин. Вот, отличная выгода. Марина мне подсказывает. Очень классная цена за комплексный уход. Средства в наборе стоят более выгодно приобретатель, да, чем отдельное средство в каталоге. Угу. Как работать с аргументом «дорого», скажу. Здесь вопрос, ну даже давайте, наверное, я сейчас сразу скажу про «дорого». Есть основные моменты, как мы работаем с аргументом «дорого». Во-первых, посчитайте, сколько это будет в день. Цифра получится по-настоящему смешной. Вот я вам гарантирую. Это будет... Почему? Вспомните, сколько стоит проехать на маршрутке туда и обратно, сколько стоит выпить чашечку кофе, и сравните ваши ежедневные радости, чупа-чупсы, которые вы покупаете ребенку, я не знаю, может быть, вас муж курит, сколько это ему обходится, сколько это обходится вашему семейному бюджету, и сколько обходится вашему семейному бюджету ваша красота. Ваша красота. Сколько обходится вашему бюджету. И выбирайте, что для вас важнее. Купить очередной чупа-чупс ребенку, который, кстати говоря, в качестве, ну, я именно говорю про чупа-чупс, который вреден для организма в целом. Или своя красота, а красота женщины – это уверенность, молодость женщины – это успешность, красивая ухоженная женщина всегда успешна,
всегда востребована во всех сферах жизни. Я думаю, что вы со мной согласились, но лидеры компании Oriflame тому подтверждение, восклицательный знак, если мы будем говорить о знаменитости, тоже здесь без комментариев. Вы знаете, женщины будут хотеть быть красивыми до тех пор, пока, во-первых, существует на земле мужчина, а во-вторых, пока существует женская конкуренция. Так, как еще работать с аргументом «дорого»? Есть отличный вариант посчитать те скидки и выгоды, которые получает человек, когда проходит по стартовой программе, например. Как еще работать с аргументом «дорого»? Здесь нужно понимать, что если вам важен эффект, то нужно инвестировать средства в комплексный уход. На сегодняшний момент у науки косметологии есть единое мнение. Для по-настоящему крутого эффекта нужно использовать четырехэтапный уход, нужно использовать все 6 средств линии. Потому что так достигается эффект синергии. Да? Каждое средство несет свою особенную роль. Если вам не важен результат, пожалуйста, вы можете делать маски из сметаны и положить огурчики на глаза. Если вам важен результат, с точки зрения рациональной женщины, есть одна единственная логика тратить деньги на уход за кожей. Это, конечно, результат. Ну так вот, если он вам важен так же, как и мне, то тогда это должно быть 4 этапа, 6 продуктов, очень просто, легко, 2 минуты в день с утра и вечером, и вы видите результат на лице и на лицо. Угу. Проговорила все аспекты, которые я считаю важным озвучить, когда человек говорит «дорого», потому что я себя прекрасно понимаю. Мне тоже иногда жалко на себя лишние деньги потратить, но я каждый раз себя дергиваю, говоря о том, что это не трата, это инвестиция. Так что инвестируйте в себя и в свою красоту. Хорошо, проговорили уникальные аспекты серии True Perfection. Если девушка говорит, что ее возрастная группа 30+, у нее тусклая кожа, у нее есть морщинки, что мы с этим делаем, как мы презентуем эту линию? Друзья, мы говорим, что ей идеально подойдет серия «Эколаген». Почему? Обратите внимание, я сейчас верну слайд, перечислена и тусклая кожа, и присутствие уже морщинок. Девушке хочется морщинки скорректировать. Мы говорим, что ей подойдет эколаген. Почему мы так говорим? Потому что, во-первых, эта серия абсолютно классно борется с такими процессами, как образование морщин. Дело в том, что с возрастом у нас уменьшается синтез коллагена. Если я сравню, например, сделаю какую-то аналогию, которую вы можете использовать в рассказе клиенту, самая простая аналогия – это матрас. Вот представьте, что перед вами матрас. В матрасе есть пружины, это наш коллаген. А сам матрас – это наша кожа. Вот с возрастом пружины плохо уже держат верхний эпидермальный слой кожи. Она проседает, образуется морщинка. Нужно что? Пружины заменить, пружины поддержать. И здесь как раз вступает в действие ключевой ингредиент серии коллаген, экстракт стволовых клеток семейства посленовых, который восстанавливает упругость и синтез коллагена, поддерживает его синтез, запускает естественные процессы возобновления упругости в коже, если хотите даже так. Есть клинически доказанный результат: на 33%, до 33% будет сокращено, сокращается морщина до 33%. И более того, очень такая интересная фраза: уменьшает и глубину, и ширину, и длину морщины. Наша серия Novage Экологен. Конечно, в 7 раз более эффективно используют все средства этой линии. Эта цифра единая для каждой серии в бренде Novage. Что еще интересного в составе есть этой серии? Конечно, есть трипептид-технология. Это тоже особая технология, белковая технология, которая также поддерживает структуру кожи. Благодаря этому не образуется кожных заломов, а кожный залом – это морщина. Правильно? Я думаю, что запомнили, правильно. Поэтому мы рекомендуем серию коллаген. Есть, конечно, классная фишка. Я сейчас вас тоже спрошу, в чем уникальность серии коллаген. Есть еще комментарии, которые мне хотелось бы сказать и отнести к
именно стволовым клеткам, да? Вот само присутствие стволовых клеток в составе, это уже очень круто. Обратите внимание, правильно говорить, экстракт стволовых клеток, то экстракт стволовых клеток – это постоянный источник новых клеток для кожи. Фактически, используя DBA-технологии, ученые Oriflame изучили стволовые клетки тысячи растений, чтобы выбрать среди них только те, что обладают антивозрастными свойствами, и выделить такие соединения, чтобы обеспечить максимальный эффект, и попадая на нашу кожу, экстракт стволовых клеток, семейство последовательно, стимулирует синтез коллагена, собственного коллагена в коже. Это очень крутая научная разработка. И говоря об уникальности, мы тоже должны сказать, что мы гордимся, что мы в составах используем экстракты стволовых клеток. Ага, запатентованная формула, подтвержденные клинические испытания. Сейчас расскажу кое-что. Вот я надеюсь, вы пробовали легкий дневной крем. Мне тоже есть что о нем, конечно же, сказать. Легкий дневной крем – это особенный продукт. Я сейчас вам скажу пару комментариев. Он у нас представлен сейчас в серии «Экологин». Продается в этом каталоге. Это премьера. Премьерный каталог этого продукта. Нужно успеть купить, потому что это самая привлекательная цена. В чем здесь история? Особенно вот в жаркий летний период любая кожа не терпит излишков липидов, жиров на коже. Особенно рекомендуется для нормальной жирной кожи этот продукт, потому что он невероятно комфортен в ежедневном использовании и комфортен по текстуре. Текстура самого продукта называется флюид. Флюид – это что-то среднее между молочком и самым легким кремом сорбе. Это невероятная текстура, которая одновременно помогает коже достигнуть максимального уровня увлажнения, и при этом, помимо того, что достигнуть максимального увлажнения помогает, еще и хорошее проникновение, она легкая. Ну и весь компонентный состав, сохранен в составе этого продукта. Действительно, есть и трипептид-комплекс, и экстракт стволовых клеток растений. Это очень круто. В результате мы получаем отлаженную систему производства коллагена в коже, которая буквально выталкивает морщины изнутри. Есть результаты подтвержденных клинических исследований, они 100% относятся к этому крему. Есть еще и удобный дозатор. И вообще я могу песни петь этому продукту. Очень-очень-очень мной любим. Да, в True Perfection есть компоненты, которые визуально выравнивают и уменьшают, прибавляют не то что матовости, а прибавляют такого, я не знаю, финиша, если хотите, кожи, да. По поводу средства Экологен и жирного веска, отрегулируйте, сколько вы наносите. Возможно, нужно просто делать чуть меньше. И мы очень любим, знаете, как наносить крем? Вот так. И потом на-на-на-на-на-на-на-на, да, такими растирающими движениями. Вот я рекомендую легкие текстуры, лифтинговые сыворотки, обязательно True Perfection, наносить капельку, ну вот, одно нажатие дозатора на кончике пальцев и восходящими линиями как бы вкладывая крем в кожу, да, не растирая, а вкладывая по массажным линиям, тогда продукт у вас будет фиксироваться на коже, потому что есть особые, скажем так, технологии лифтинговые, которые применены в продуктах. И если вы будете катать продукт по коже лица, вы можете добиться эффекта скатывания или же какого-то нехорошего поведения. Поэтому попробуйте сделать так, как я говорю. Я уверена, вам это поможет. Ну и еще, кстати, забегая немножко в сторону, отступая в сторону, правильно сказать, если у вас продукт скатывается на лице, проверьте, скорее всего, ваша кожа обезвожена, она просто не воспринимает питательные средства. Вам нужно пройти курс увлажняющих масок, вам нужна увлажняющая сыворотка, комплексный уход.
Ну и еще продукт может скатываться, если вы не соблюли время между уходом и декоративной косметикой нанесением. То есть вот они, в принципе, основные причины, да? Хорошо, рассказала. Давайте двигаться дальше. Я вернусь к интенсивному уходу и к рассказу о сериях бренда Novage. Третья серия, мы отвечаем уже, что нам 40+, у нас три признака возрастных изменений, тусклой кожи и морщины, потери упругости. И в этом случае 100% рекомендация серия, замечательная волшебная серия Ultimate Lift с рекордным улучшением кожи. На 70% повышается упругость кожи через 12 недель. Почему у нас есть такой колоссальный результат? Дело в том, что в нашей коже в норме есть аспарагиновая кислота, она окружает фибробласты. Что такое фибробласт? Это завод по производству молодости кожи. Это клетка, которая синтезирует все-все-все практически в нашей коже. Соответственно, аспарагиновая кислота есть, фибробласт работает хорошо. Аспарагиновая кислота заканчивается, а с возрастом ее становится все меньше и меньше в коже. Фибробласт работает плохо, он неподвижный. Что нужно сделать, чтобы фибробласт работал хорошо? Простая логика подскажет вам, добавьте аспарагиновой кислоты. И в этом заключается революционное открытие. Ученые Советского центра Арифлейм создали запатентованный комплекс аспарталит, который включает в себя особую форму аспарагиновой кислоты, проникает глубоко к фибробласту и насыщает его аспарагиновой кислотой. Соответственно, фибробласт работает лучше, упругость кожи восстанавливается. К вопросу, насколько может восстановиться? На 70% от исходного состояния кожи. Здесь нужно понимать, что когда анатомически действительно уже есть нависающие веки и какие-то сильные деформационные старения кожи, конечно, все не подтянется, как было в 20 лет. Состояние улучшится, конечно, верхнее веко приподнимется, конечно, чуть-чуть угол молодости откроется, обвисание чуть-чуть уйдет, но... Мы должны быть честными с нашими клиентами. На сегодняшний момент ни одно средство ухода за кожей, неважно какой марки, не способно сделать вам вот такое вау лицо. Так способно сделать только пластическая хирургия, когда фактически вам возьмут и отрежут кусок вашей кожи. Прибегать к такому радикальному методу или нет, выбирайте сами. Ага. А второй компонент серии Ultimate Lift – это экстракт соловых клеток. Пудрея Давид, он также многократно усиливает действие комплекса аспарталит, помогая вырабатываться белковую эластину. И благодаря именно этому сочетанию двух компонентов мы достигаем крутых исследований. Ой, крутых результатов. Посмотрела на цифру 7 и сразу вспомнила про исследование. Создавали мы эту линию не больше и не меньше. В ее основу легло около 7 лет исследований состояния кожи, влияния тысячи активных компонентов на 30 тысяч генов. Это тот бренд, это та серия, которой я горжусь как эксперт, умеющий читать составы, да, и это та серия, тот бренд, в котором мне очень приятно всегда знакомить клиентов, подружек, мама моя в восторге, то есть я очень вам рекомендую. Ну вот, представляете, вот так ненароком увлеклась, и практически всю уникальность этой серии я сейчас уже проговорила, и про аспарагиновую кислоту, и про фибробласт, и про аспарталит, который на основе аспарагиновой кислоты и есть. А скажите, пожалуйста, а вы знаете, что такое запатентованная технология? Вот я часто говорю... Запатентованная технология. А вы знаете, что такое патент? Ага, патент делает открытие более значимым, доказывая его инновационность. Патентная технология является способом защиты результатов уникальных исследований от копирования и использования другими. Поэтому вы абсолютно правы, это наше, и я уверена, мы такое эффективное инновационное открытие никому не отдадим, только у нас можно купить.
Ну и девушка ко мне пришла, которая 50+, и она отметила все признаки возрастных изменений, в том числе и неровный тон, и пигментные пятна. Тогда я ей предложу замечательную серию Time Reversing. Она пока не ходит в бренд Novage, но мы ее очень ждем. В 2017 году она там появится. А почему именно в этом возрасте рекомендуется серия Time Reversing? Потому что в составе этой серии есть гинестин сои. Это фитоэстроген, аналог гормона эстрогена, растительный экстракт, исключительно растительный, который обманывает нашу кожу. Попадая в нашу кожу, кожа думает, что эстрогенов вновь в норме, так как это было в молодости. И, соответственно, работает так, как это было, когда эстрогенов в норме. Все. Вот такой волшебный растительный экстракт, гинестин сои, условно говоря. Благодаря ему ваша кожа будет выглядеть более увлажненной и возобновится, ускорится цикл обновления кожи и увеличится плотность структуры кожи. И есть результат, который мы можем смело заявлять. На 8 лет моложе всего за 4 недели. Вот такое колоссальное преображение девушку ждет, если она в возрасте 50+, познакомится с серией Time Reversing. Возвращаясь к началу сегодняшней встречи, я хочу повторить, что лучшее начало рекрутирования – это, конечно, наборы. Это лучшие результаты, которые может получить человек. Если я вдруг сейчас пожадничаю и куплю, например, только сыворотку, скажу, а сэкономлю, куплю-ка я только сыворотку True Perfection, больше ничего не возьму. Ну и, возможно, средства для снятия макияжа, все. Вот если я сейчас почему-то решила, что мне рациональнее купить 2 продукта, то я потом могу прийти к консультанту компании и сказать, вы знаете, они работают. Вы обещали невероятное сияние, на 95% оно улучшится, а нет. Я скажу, а вы знаете, а текстура слишком легкая, мне не хватает питания, и действительно, я буду не удовлетворена, да, состоянием своей кожи. Но если я приобрету всю серию Novage True Perfection, все продукты, не забуду про тоник, возьму крем для глаз, то тогда я получу тот результат, которого хочет любая девушка. Видимый, значимый, радикальный, интенсивный. Если девушка не хочет интенсивный уход, то тогда и не Novage просто. Есть у нас один из волшебных способов познакомить клиентов компании и консультантов компании с серией Novage. У нас проходят постоянно сессии по уходу за кожей. Это очень классное мероприятие. Если вы хотите на него попасть, спросите у спонсора, как это сделать. Если вы хотите сами научиться проводить, тоже обратитесь к спонсору. И если вдруг почему-то ваш спонсор еще не знает, что это такое, то он уже может написать в свой сервисный центр, там ему обязательно расскажут, потому что это очень крутой способ попробовать на себе эффективный средств и понять, действительно, ваш это продукт или нет. Ну а с точки зрения лидера, это еще и очень эффективно. Работать наборами очень удобно. Ценность вашего контакта должна быть высокая. Вы сами выбираете, чем вам удобнее сделать ваш товарооборот. Сравните, почувствуйте разницу, что называется. А если я вспомню, что мы этот объем делаем не одним, да, всей структурой, то все покажется очень легко и просто, и действительно ваш выбор будет наборы Novage как инструмент развития лидерства, а не только инструмент своей красоты, красоты ваших клиентов. Я напоминаю, что на нашей территории действует, на территории Урала Поволжья, только для тех, кто обслуживается на этой территории, действует общетерриториальная система коммуникации. Каждый вторник у нас проходит вебинар в 10:00 по Москве, каждый понедельник мы делаем рассылку. Кстати, слайд, который вы видели, посвященный легкому крему серии Novage Экологен, это как раз слайд продуктовой рассылки. Такую рассылку получаете вы на почту. Можете использовать эта картинка. Джетпак картинка вы можете отправлять в WhatsApp, Viber, своим друзьям. Давайте еще раз ее покажу. На ней показаны все основные преимущества продукта, картинка продукта. Вот так вот она. Ой, не так. Вот так вот она выглядит. Друзья, вот. Вот это вот замечательная джетпак картинка.
Вы ее можете получить на почте, дальше коммуницировать по своей структуре, выкладывать в соцсетях так, как вы захотите, так и использовать, хотите просто заучить. И к вопросу, где найти всю информацию, которую вы сегодня получили. Я скажу вам чуть больше, где найти информацию по каждому продукту, подробный состав этого тоника, подробный состав этой сыворотки, где это все найти. Все хранится на OneDrive. Это ресурс, где собрана вся актуальная информация по продукту для территории Урала-Поволжья. Ссылка есть сейчас на слайде, и я еще ее, наверное, отправлю вам в чат. Вы можете прямо сейчас зайти, посмотреть. Сегодня в течение дня я обязательно выложу туда все материалы этого вебинара. Вот она, ссылочка на OneDrive, пожалуйста. Ну и в завершении немножко улыбки. Друзья, помните, ни одна красная губная помада не способна преобразить вас и превратить в красавицу, если состояние вашей кожи оставляет желать лучшего. Заботьтесь о своей красоте, помните, что роскошная женщина – это всегда рай для глаз, ад для мужского ума и чистилище для мужских карманов. Хорошего вам дня. Я прощаюсь с теми, кто будет смотреть этот вебинар в записи. Я желаю вам успеха и роста.